Друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу очень простой, но в то же время обалденно вкусный рецепт приготовления шашлыка в луке и майонезе. Здесь у меня 3 с небольшим килограмма мяса свиной вырезки. Вот такие вот кусочки. Из них и буду готовить. Для этого количества мне понадобится 5 вот таких вот больших луковиц. Также потребуется приправа для шашлыка. На 3 килограмма как раз рассчитан вот этот вот пакетик. Перед тем, как разделывать мясо, сразу же его надо запарить. Пересыпаем в какую-нибудь емкость. И заливаем это все дело кипяточком. После того, как залили специи кипяточком, их нужно немного перемешать. Пока это все будет дело настаиваться, отставляем в сторону и начинаем резать мясо. Мясо буду резать небольшими вот такими вот кусочками. Чтобы при жарке оно быстрее готовилось. Еще раз повторюсь, мясо у меня свиная вырезка, без кости, одна мякоть. Все режем приблизительно на одинаковые кусочки. После того, как мясо порезано, можно приступать к нарезке лука. Резать я его буду полукольцами. Когда весь лук почищен, его желательно помыть, чтобы при нарезке не слезились глаза. Также рекомендую тоже помыть нож. После того, как все помыто, можно нарезать. Разрезаем и такими вот кусочками, приблизительно чуть меньше сантиметра, все это дело нарезаем. Сразу пересыпаем в мясо. Чем больше лука будет в шашлыке, тем он будет мягче и намного вкуснее. Что лук не жалейте. После того, как лучок порезан, все это дело можно уже посолить. Про соль я вам рассказывать не буду, тут уже добавляйте каждый по своему вкусу. Я добавил сюда где-то около 1 столовой ложки без горочки. Теперь можно залить это все дело специями. Они у нас как раз, видите, настоялись, запарились. Переливаем. Сразу же все это дело заливаем майонезом. Майонеза уйдет у меня половина вот этого вот большого пакета. Далее все это дело хорошенечко перемешиваем. Ну и после того, как все хорошо перемешали, отправляем в холодильник от 3 до 12 часов. То есть теоретически через 3 часа шашлык уже будет готов. Но я его готовлю на рыбалку, мы завтра поем, поэтому он у меня будет стоять около 8 часов. Накрываем все это дело крышечкой и убираем в холодильник до готовки. Все, друзья, отправил шашлычок в холодильник. Как вы видите, начинает цвести черемуха. Завтра мы с утра едем на рыбалку. Всем до завтра. По такому рецепту шашлык всегда получается очень сочным и вкусным. Рецепт очень отменный, поверьте. Ну а дальше у нас начинаются взрослые напитки. Всем спасибо за просмотр и приятного аппетита!